Hey, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Ты чё, хлопок у меня отвлёл? Ладно, хлопочек. Продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Всё так же на Lost Island. И сегодня мы пойдём... Да, пойдём за ресурсами. Будем фармить ресурсы. Как фармить? С помощью... Дина? Туплю, вот это вот мне нужно. Идем фармить тег всех нафиг диносов. Кстати, 102-й тег Кецалькоатль летает. В целом таки Кецалькоатль не часто вижу, а еще и теговский, интересненько. Да, как вас тут много. Это клево? Это клево. Так, давай глянем рапторов. Рапторы вообще все далеко. Стегозаврики. О, да, вот это стегозавриков-то я понимаю. И тиранозавров вообще нету, можно так сказать. Ну, идем вот сюда. Будем паразаврики. Хотя, подожди, вот паразаврики. Ну хотя вот сюда вот тусуемся, и там уже будем, вот примерно вот сюда тусуемся, а там уже будем смотреть, что, когда, где. Потому что там прям, там и паразавры, и стегозавры, и так далее. В общем, чё? Парниковый эффект не работает, как я и думал, потому что не важно что, не важно где, нужен обязательно свет. Это было логично. Не хватает у меня электроники для того, чтобы сделать дополнительные... дополнительные всякое вот это вот все, короче, станки вспомнил. Ну и также... балковский для вот этого вот всего, чтобы тоже установить. Кстати! Я только сейчас понял, что... S-плюсовский... вот это вот все, они не могут хранить какие-то определенные предметы. То есть, к примеру, протухшее мясо, видите, у меня двух разных типов. Один у меня от Spoiling Bin, то есть вот сбоку мод у меня стоит, а другой обычный. И какой-то у меня не хранился, какие-то еще предметы не хранились. То есть туда можно переместить было только те предметы, которые вот здесь вот в списке. А здесь я могу абсолютно все положить. Кстати, абсолютно все положить. А абсолютно ли все могу положить? Твою мать! Слушай, погоди. Погоди. Так. Это нафиг ненужная фигня, но ты по сути можешь положить сюда абсолютно все, что ты только хочешь положить. Клево. Туда можно было положить только какие-то определенные патроны, да, то есть какие-то патроны можно было положить. Сюда же можно положить вот это все. Вот это все. И сделать вот так. А! Офигеть! Ай, блин, мне еще нужно больше ресурсов теперь. Нужно больше цементной пасты, нужно больше это. Так, ну, цементная паста, допустим, это у меня есть, все отлично. Значится, мне нужно что? Правильно. Электроника. Все упирается в чертову электронику. У меня там слоты забились все, поэтому у меня не все влезло. Чёртова электроника, чёртово волокно. Мне приходится волокно лутать. Волокно лутать приходится из-за того, что у меня его просто-напросто не хватает. Я не помню, когда мне приходилось лутать волокно. Когда-то это было один раз, это точно. Я лутал волокно, это факт. Кстати, видали? Тусуется, да? А, Ахатинка тусуется. Я ее спас, Ахатинку. Не помню, вроде бы ужасная птица там что ли тусовала. И... она меня вознаградила чем? Правильно, пастой. О, 33. Кайф. Кстати, вот они, яйца. Видите, да? Они сразу же начали яйца накидывать. Это просто кайф. Стоят,
прям ферма работает, дай боже. Мэвинги — это, конечно, топ-яйцеферма. Лучше, чем кто-либо, что-либо и так далее. Так. Наверное, я лучше на летунчике. Горцану туда. Вот, надо будет сейчас просто пробежать по территории, чтобы здесь хищников все-таки не было. И, наверное, вторую хатинку тоже туда притащить поближе. Вот, этот пускай бегает. Почему я его не убиваю? Я хочу проверить, а вырастет ли он. Если они еще и вырастают в диком этом, это, конечно, прикол будет еще тот. Это прям офигенный прикол будет. Уи! Полетел. Вот они начинают уже здесь... Ой. У меня shift был зажатый. Все, отлично, отключился стрелка. Вот они здесь уже начинают тусоваться паразаврики. Паразавры — это не только ценное электричество, но и нефть, металлолом и так далее. В общем, это и металл. Ну, короче, нужные мне ресурсы. Это клево. Это клево. Еще бы... Так это не мешались бы, мне вообще было бы хорошо, кстати, мясом. Финерерочка, думаю, мясо пригодится. По диносам. Кого я буду все-таки варить? Есть идеи. Да, я как бы смотрел когда видосы. Там писали про... Ну, писали, господи, говорили про этих... динопитеков, о том, что у них кровотечение накладывают, когда они стаей, не в соло, когда они стаей. Стая — это 3 и более, как я понял, по крайней мере, судя по тому, что ты подходишь там, допустим, вот к мелкому, да, я подхожу, там пишут, там, типа, должно быть 2 взрослых, типа, чтобы это был, ну, типа, образовалась стая, что-то типа того. Вот. И в этом, как бы, есть смысл. Я об этом, конечно же, подумал. О, видали, сразу же, пяу, и пошел маздрять, мочить вот это вот. То есть он всех, у кого есть хитин, они на всех нападают. Конечно, это прикольно. Так, не, давай все-таки... да, слушайте, вот сюда куда-нибудь вы... добрый вечер. Добрый вечер. Ты вообще там в лесах, что ли, тусуешься? Это фигово. В лесах-то я не вижу никого. В общем... я подумаю о том, чтобы, допустим, вывести несколько динопитеков. И, то есть, это будет команда А, команда Б. Команда Б будет Рексы. Рексы, то есть, они будут самодостаточны. И будут, ну, то есть, маленькая стая будет, не знаю, из скольких. Наверное, не сильно много. О, все согрелись, красава, все согрелись. Но будем уменьшать популяцию стегозавров, а то у вас тут что-то слишком много. Вот, и сделаю маленькую мини-стайку от команда 1, на которой, собственно, я буду командовать. Это из, ну, штуки 3, допустим, динопитека, к примеру, 3 штуки. Вот, чтобы накидывать кровотечение. Опять-таки же, теоретически, это нафиг не нужно. Почему я так думаю? Настройки сервера — это прям такая прям основная проблема. Ну, для кого-то это проблема. Ты что, у тебя большие настройки? Вот, для кого-то это возможно и проблема, для меня-то нет, наоборот, мне легче убивать диносов. Да, слушай, я думал, что будет немножечко полегче в этом плане. Вот. Искать. Но, по ходу дела, я буду не на Фенрире тусить, а на Птере. Птер у меня, тем более, на урон подкачанный. О, вот он, добрый вечер. В общем, посмотрим, посмотрим, буду один на питеков, нет. Ну, опять-таки же, это еще надо будет на них потусить, именно... посмотреть, как на них вообще играется. Это, конечно, после того, как я их буду, ну, притомлю. Так, что тут у нас электроник? Электроник, конечно, огонь томится, он фармится прям сейчас супер. Ага. Аптера-то я просто так не верну, потому что у меня в нем не закидан. Ладно, возвращаемся до дома. Отлично. Аптерочка — это хорошо, кстати. А почему бы и нет? Сразу же... Так, только будем не стега фармить, а паразавров. Паразавра они под речами.
Вот. Соответственно, будем фармить их. Так, только давай, наверное, вот в эту сторону гасанем. Тут, ну, у меня такое ощущение, что там все-таки леса должно быть поменьше. А, птерчик летает быстрее, как-то более маневренный, его можно ускорить и все в таком духе. Так что все-таки на птерчике будет поудобнее и попрактичнее. Взлетел, полетел и так далее. Если бы, как говорится, конечно, там не на запись было бы, то можно было и на Фенрире потусить, но согласитесь, так быстрее. Да, возможно, добываю меньше, но ну а что? Зато хоп, вот у него 800 метров и пролетаешь. Да, возможно. Ой, давай, ты что, пещерка какая-то, что ли? Вот. Да, возможно, там где-то что-то и поближе. Все-таки мы замечали, что не раз они отображаются. Второй, неправильно. Ой. Да стой ты, собака. Попал. Так, Раптор, добрый вечер. Иди сюда. Иди, сказал, сюда. Ух ты, какой жирненький попался. Так, а где паразавр? Ага, вот он. Так, ну, Терезина, ну, допустим. Слышь, ты жопошник. Ты чё, сажал мою эту? Ах ты жопошник. Он сажал эту. Парасерку мою сожрал. Так, не, ну так далеко точно мы не полетим. Давай дистанцию. Угу. В общем, кого будем выращивать, там еще видно будет. Но рексов однозначно надо будет выращивать. Для этого мне сейчас нужно будет создать и инкубатор создать, и... Ой, бляха-муха. Мне электроники, короче, нужен дофигища, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Все, зато пофармим немножечко. Давай еще урон. Ну, электроника фармится, как говорится, и на том уже хорошо. Куда туда? Угу. Ой, добрый вечер, мистер Кетцалькоатль. Ой, тут такая полемика была в комментариях о том, что арк уже не тот под... Опа-на, добрый вечер. Да давай, мочи уже! Вот, арк уже не тот и все в таком духе. Типа про генезис и так далее. Ну, блин, камон, я... Мне казалось, я не раз уже это объяснял. Он, хотя, может, это было еще до того, как я сюжетку стал проходить... Арк, основная сюжетка, это, ну, я привел там хорошее сравнение, как сериал, как книга, как сериал. То есть, допустим, книга имеет, ну, ладно, книги, кто сейчас читает книги, да? Для многих книга, фу, позор читать, да, бляха-муха, это, конечно, я не понимаю, но я сам книги-то не люблю читать. Я просто засыпаю, когда я начинаю читать. Это моя личная, это, у меня мозг сразу говорит, читать, и ну вот, это примерно так вот. Из-за этого я такой тупой, неначитанный. А вот, ну, допустим, вот сериал. Настоять ты, скотина! О, там рапторы. Ну, на рапторов не насрать. Допустим, сериал. 5 сезонов, да, допустим, вот 5 сезонов. Вот, вот, кстати, хороший пример. Игра престолов. Всем все нравилось и так далее. Тут хер выпустили последний сезон, да, и всем сразу же перестал нравиться. О, аж два, клево. Вот, всем сразу же перестал нравиться, и все в таком духе, засрали. Но это такой себе пример, потому что там есть, если я не ошибаюсь, ну, так сказать, вони было столько, что даже я не смотрел, и то знаю, что там просто сами решили напечатать сценарий. То есть это не создатель оригинала, а просто какие-то левые чуваки решили, чем мы хуже, и сделаем. Ну вот, понятно, чем вы хуже, вы дебилы, которые не умеете в сценарий вообще. Вот. Но здесь как бы другое.
То есть, допустим, снимать сериал по книге. Книга уже вышла, все, от и до известно, от и до. Но человек как бы не знает этого всего и смотрит только сериал. То есть, как бы книг даже и не знал. И вот он смотрит сериал. Ему первый сезон заходит прям красота. Второй сезон, он такой спорный, но что-то в этом есть такое свое, необычное, пустыня. Третий сезон такой, а в этом что-то есть такое, типа подземочка, все дела, какие-то новые чудовища стали появляться. Этот выходит четвертый сезон. Новый поворот событий, все дела там. Оказывается-то вот это так было. Ну, вы поняли, да, аналогию я вам провожу, что это по арку. И типа, о, земля, круг, все дела. И тут выходит генезис. Что, где, как? Ну, в смысле, пятый сезон. Подождите, я же про сериал говорил. Вот, что, пятый сезон? Какого фига? Что происходит? Я ничего понять не могу. Нет, я не хочу в этом разбираться. Это говно. Но выходит шестой сезон, который все объясняет от и до. Но человек уже нет, нет, я не хочу в этом разбираться. Говно, так, говно. Простите, герои говно и так далее. О, добрый вечер, Тарадоны. А, подожди, крик, отвашу. Козлы, уроды, мать вашу. Сработал. Блин. Все-таки не зря поставил на кнопку крик. Просто там у меня обычно идет на эту кнопку поклон. И я его использую только в приветствии. А тут, блин, а тут такое. Слышь! Не трожь паразавра, скотина! Я трогать буду. Спасибо. Вот. В общем. Не, я понимаю таких людей. Я таких не раз встречал, когда еще даже не пытался проходить сюжетку и даже не понимал, что как где. Я сам генезис не принял таким, какой он есть. Мне самому не нравится генезис. Первый. Ну, вот это вот и все как бы совершенно другое. То есть это как будто совершенно другая игра. На генезис второй он... О, добрый вечер. Вот, ну генезис второй. Ах ты ж гони, да мать твою за ногу, чтоб тебе тарикалося, сожрал. Ну генезис второй, он очень сильно показал, что было в задумке у разработчиков, что у них было в голове. И для чего был первый генезис? Первый генезис это просто был для обучения твоего персонажа к тому, что ждет тебя впереди. Не больше, не меньше. То есть ты должен обучиться. И, ну, не только ты, а все люди, которые проходили симуляцию Genesis, они должны были обучиться и с новыми навыками выжить на новой планете. Арк 2. Новая планета. Я честно до сих пор сомневаюсь, что выйдет что-то хорошее. По крайней мере, то, что они заявляли еще... Что там, пару лет назад, там такой шлак должен выйти, что это совершенно будет другой арк, а не то, что арк 1 мы имеем. Это меня и смущает, именно после этого я решил проходить сюжетку, чтобы уже пройти все от и до, и, как говорится, есть что, ну и пошло все в жопу, закроем этот гештальт. Выживалок полно, у меня там Вальхейм купленный, кстати, зачем-то купил, я не знаю, ну, короче, решил, что, куплю. Конан пройдем, потом, что еще, Раст можно повыживать, игр найду, какие поиграть, если в Арк 2 выйдет говном, а Арк 1 я весь пройду. В общем... Как говорится, от того, что мы хотим, чтобы было так, это не означает, что так оно и будет. Разработчики, ну, в данном случае разработчики или сценаристы, они видят изначально, вот мы, говорит, видим так, как есть. Да, есть исключения, когда, допустим, снимают сериал, как вот я уже приводил пример «Игра престолов», и решили доснять, не дожидаться создателя книги, а чем мы хуже, мы сами создадим. Да, бывают и такие случаи, и это плохой случай, скажем так. Но, как говорится, есть и исключения. Так, а что у меня по электронике там? Есть 316. Я тут так заболтался.
Да неплохо я так заболтался на 1000 электроники. Просто решил немножко высказаться. Ну, вы можете написать в комментариях, что хотите. Я, как говорится, не против. Но мое мнение неизменчиво. То есть, если в тебе, как говорится, не нравится... Вот, кстати, теория большого взрыва. Ведь многие-то не досмотрели его. Я несколько раз его пересмотрел. Первые, особенно сезоны. Я несколько раз пересматривал. Почему? Потому что выходит новый сезон. Я такой, ну, блин, придется пересмотреть. Все. Я такой, я до сих пор, допустим, Атаку Титанов посмотрел только, если не ошибаюсь, 3 сезона. Если не ошибаюсь. И дальше не смотрю, потому что я жду, когда закончится. Но все окончательно. Эти уроды уже 3-й год все выпускают. Какой уже год они выпускают? Финал финалов, финалов, финалов. Ох, козлы. И вот опять финал финалов, финал финала, а неделя пополам. Неважно. Вот. То есть, как бы, я люблю досматривать все до конца. То есть, вот если в... что-то уже выпустили, то есть, если я начал смотреть, я не помню, чтобы я что-то такое не досмотрел до конца. Так, стоять. Вот прям реально, без шутеек, я не помню, чтобы я что-то такого не досмотрел до конца. То есть, я любитель... Все вот это досмотреть. Так, давай так все скинем, короче, пока что будет так. Вот и дом. Поэтому я прошел арк. Я, скрипя зубами, прошел Генезис 1. Я не кисло удивился при Генезисе 2. Да, было что-то в нем такого лайтовенького и так далее. И чужеродного для меня. Но я не против. Я не против. Это все-таки игра. Ну и да, то, что там добывается очень много элемента, и мы, по сути, перебазируемся полностью на элемент, это прям очень сильно затронуло меня, когда я начал, ну, по сути, деградировать от элемента до вот таких построек. Кстати, что это каменная постройка, вы не смотрите, вот, видите, стол ценник, то есть вот, если вдруг кто-то задался, ну, это я могу и в солому дом свой превратить. Это из плюс. Он может такое сделать. То есть, как говорится, меньше текстуру я могу сделать. Крыша там тоже не солома, если что, это дерево. О, господи, это этот камень. Вот, просто концепция. Да. Вот. То есть, при деградации это, конечно, да, сильно прям ударило. Не так ударило. Я вообще собирался по-другому сделать. Я не знаю, зачем я нажал ПКМ. ЛКМ. Вот. Но... В общем, долго это можно обсуждать, рассуждать. Серия все равно, по большей части, философско-рассуждительная вышла. Так. А там что у меня? А, ты только появился. Поэтому, в общем, не знаю. Вы, конечно, можете написать свое мнение. Мое мнение вам все равно не изменить. Но свое мнение можете написать. Это как бы я не против. Если в этот день, как говорится, меня бомбить не будет, то от чего-либо, неважно чего. Так, не сру, а чем? Просто реально, если вписать русскими на русской клавиатуре чем? Ну, ладно, вот чем. Или вот так. Чем. Это всегда сру получается. А там, как говорится, сру не сру, но как получается. Так, балк. Делаем балк вот таких штук 20. Почему 20? Это те, которые охлаждают. То есть они не портят продукты, ну, медленнее портят раз в 10 продукта, чем так. Конечно, у меня холодов все-таки по басяви, но также поприкольнее. И, пожалуй, вот на эту стенку я сделаю холодос из него. Подбираем, подбираем. И вот этот самый балк. Самое сложное в этой дебильной системе, то, что она не стыкуется с вот этим всем. То есть, рано или поздно, она начинает смотреть
наружу. То есть вот, видишь, да, то есть я сдвигаюсь, вроде бы как бы все хорошо, но... Но... Почти. Я очень ненавижу кривость. И у меня реально может по несколько десятков минут уйти на то, чтобы я что-то где-то вот так выровнял. Бывает, что плюну на это все дело, и вот сейчас все равно уже неровно. А нет, вот более или менее пойдет. Бывает, плюну на это дело, и бог с ним. Как есть, так и будет. Такое бывает сравнительно редко. Ах ты, скотина. Так, делаем тогда вот так и вот так. Зафиксировали результат. Отлично. Так, они теперь у меня запитаны. И уже хорошо. Так, ну я здесь, наверное, слишком близко к стене поставил. Поэтому, наверное, сделаем... Вот так, три в ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очень спасибо, как говорится, за то, что они стыкуются. Вы чё, дебил? Вы ж у меня на нейтралке стоят, а ты, пидрюк... А, боже мой. Я ж когда кого-то... Я ж их когда присвистывал на нейтралку, а эти у меня встали... Ой, на пассивку, эти у меня встали на пассивку. Вот это нифига себе, хорошо, что я дома находился в этот момент. Обалдеть. Так, погоди. Двойка. Вторая группа. Добавляем тебя во вторую группу. Так, так. Так, а на какую кнопку добавлять-то в группу-то? Я уже не помню. Или вот на эту. Так, вот на эту кнопку. Так, вот тебя добавляем. И вот... А, свали. И вот тебя добавляем. Это все. Это вторая группа. Так. Все. Пассив. Вторая группа. Вроде вот это нейтрал у меня. Охренетушки. Да уж. А теперь придется их опять выставлять вручную. Вот ублюдок паршивый, а! А! Бесит. Кстати, а что там за лучик? Ну, возможно, пригодится. Да нормально. Так, как-то в итоге так. Где мой пульт на трансфер? Ну-ка, давай попробуем с холодильника. Пью. О, красота. Ну, а теперь обратно с хранилища сюда. Там просто семки всякие и так далее. Вот, семки, эти криоподы. Наркотик, органический полимер, еще пока что не знаю, туда сувать или не сувать. Но семки тоже нужно обязательно туда раскидывать. Ну, кстати, как вариант, туда и семки-то и поставлю. Посмотрим, как это все дело будет гнить. Ну, кстати, давай посмотрим, как это все дело будет гнить. Сейчас на последних секундах прям скину. Вот. Два. Один. Так, и здесь у нас получается остается и еще тухлятина будет храниться. Ну, допустим, здесь у нас мясо, это логично, а здесь у нас тухлятина, то есть она никак не перекидывается. По новому сюда закинуть не могу ее. Ну, логично, логично. Ну, то есть она никуда не исчезает, хорошо. Она хранится так, как она есть. Вот так вот сделаем. Обновим. Таймер, и уже замечательно. Алхимический стол тоже стоит. Прям супер огонь, огневище, огниво. Теперь можно брать вот так, брать вот так, что там есть. На все готовь. И много цементной пасты не бывает.
камень закончился. Не, ну бывает же такое. Волокно заканчивается, камень заканчивается. Это просто не выживание какое-то у меня в этот раз, а кладезь открытий, я бы так сказал. Вот трофеи надо будет вот на ту стенку я сделаю. Как вариант. Там будет видно. Ну а что, а на сегодня уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот так вот. Оп-оп, вот так вот. Как говорится, всем спасибо. О! Опять у меня сбился. О, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Так, убери эту фигню. Ну все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.